очень важно завязать шнурки как нужно. Не туже, не свободней. Начинаю всегда с левой ноги. Танцуем с душой, и чечетку, конечно же, тоже. И то, что то, о чем в фильме «Зимний вечер в Гаграх» говорит герой Евгения Александровича Евстигнеева, это кураж. Это прежде всего кураж, это драйв, который, с которым русские отдаются всему, что бы они ни делали, как бы они ни жили.